Тангстен бар я даже подобрал один раз. Уже слитки готовы, тангстен. О, еще золотишко. Опять ночь. Блин, ночь это вообще очень печально и плохо. Еще что классно, можно же этот Blizzard in a Bottle зажимать, а можно не зажимать. То есть можно просто так для приземления удачного, да? Главное, плохо еще то, что он сразу один раз использовал и все. Нельзя его один раз использовать, потом второй раз, было бы вообще классно. Ну это уже как чит читался. Вот так вот, вот сейчас в моем случае бы очень помог бы он. Что? Ты разбился? Ага. The Powerful Giz не шарик. Ну, не отскочил. Ну, можно какие-то... Ну, а, это рубиновые факела. Что-то смотрю, какие-то красные факела. У меня айс-торчи еще есть, оказывается. Они такие голубым сиянием светят. Это как декор же идет уже. Угу. Ой, тут ловушка. Тут, знаешь, помнишь такое, что такое кровавая луна? А, да. Вот, во время нее, наверное, еще очень много новых мобов появится. Ну, это же там, после, допустим, если разрушаешь сферы, там она... Не-не-не. ...шанса появляется. Не-не, она и так может просто. Ну там сильнейшие монстры потом, кролики там. О, ну, вот уже, смотри, вода красная, вода красная, офигенно. Жесть. Вот, знаешь, только стоит о ней говорить, так она уже тут, как тут. И знаешь, знаешь, это мне в чате написали, типа, скоро у тебя может быть будет. Эта вода раньше медленно сливалась, а сейчас она быстро начала сливаться, как будто в обычную превратилась, или мне кажется? Как будто это кровь. Да, как будто кровь. Жесть. Пиранья, я ее попробую убить, конечно. Ой, хук не выпал. Там хук вроде 20%. Опа, Жора, я нашел два сердца. Ты знаешь, зомби-психи теперь как гоняют, да, они вообще они лихачи. Идите вы. Они еще. Тут броня у них больше стала. Вот лихачи. Тут все монстры какие жесткие стали. Угу. Я нашел нам по сердцу. Угу. Эту, ну, кристаллы. А ты ту взял? Да, взял. Да, тот использовал я. Я оп, и этот использую, а это тебе дам. Блин, я факел забрал что-то. Так, вон там моя могила. Так, зомби. Осторожнее. Не повредите себя или меня. Так, деньги забрал одну монетку свою. Да, прямо она так быстро стекать стала. Жесть. Не, а 3 золотых, там 2. Ну, у меня сейчас 2, почти 3 уже золотые, тоже так же. А, тебе еще далеко? Да не очень. О, еще это руда. Тунгстен? Угу. У меня уже ее 55. Ну, о, да, еще... прям лед проломил, прикольно выглядит. Угу. Опять. Блин, это я сейчас играла злую шутку. Я такой вниз спускаюсь и бамс, и в воду. Блин, тут очень большая пещера вот эта. Это прям пещера в пещере. Вау-вау-вау, подождите осторожненько. Вот так, слушай, спустился. Я почти спустился, тут все красное, прям такие оттенки. А, ты вниз копал еще, я вижу, да? Да. Под о, водой. Новые пираньи заспавнились. Ой-ой, они сильные. Да, они сильно бьют. Слушай, а... Все нормально. У нее 100 хп. Знаешь, тут вода застыла. А, тут... это не пираньи, это голдфиш. Undead Viking тоже взбесился. Тут вода застыла прямо. Блин, он чуть не убил меня. Голдфиш, они очень жесткими становятся в этот день. Угу. Я вижу тебя. Отлично. По-моему, еще раньше вот эти сердечки не давались из монстров. Плюс 20 хп там, по-моему. Только мана. Блин, я его забрал. Лина, тебе шлем? Старый мой. Ну, вуд хелмет.
Красивый шлем. Этот. Видишь, как у викинга? Прикольно, как будто труба какая-то на голове. Да. Не, смотри, как. Че, ты видишь, вода застыла? Угу. Стан. Блин, тут эти. Я вообще боюсь сейчас драться с монстрами. А чего? Долго эта ночь будет? Ну, они же сильные. Ну, одну ночь. Одну ночь. Ой-ой-ой. Отстань. Тут вот две пираньи. Я с ними драться боюсь. Так, надо осторожнее с ними. Мне все-таки эту красную воду сделали офигенно. У тебя есть хил какая-то? Она спрашивает, какой у тебя микрофон? У меня? Угу. Logitech USB микро, он так и называется. Обычный Logitech микрофон, который на поставке еще стоит, в общем. Да? Да. Нет, я не хочу туда. Нет. Все, ты нет, умер. Нет, нет, не умер. Облако бутылки. Blizzard in a bottle. Как Blizzard переводится, интересно. Blizzard. Это Blizzard, это же вроде... Компания. Ослепление, что ли? Да. Ну, в общем, такое, что-то снежное, in a bottle. А, у меня еще, кстати, Blue Vibe же был. Не? Или это не то? Или я его оставил? Ну, ясно. Ящерица Blizzard переводится. Ящерица в бутылке? Ящерица. Ха. Ну, хотя, может быть, типа, быстро, типа, высоко, типа... Ну, да. Ice Frog еще и на ботл. Давайте нам. Может, из викингов тоже теперь падает не только шлем, а еще и крюк. Было бы удобно. Может быть. Вода, видимо, глюканула, потому что ее слишком много, или потому что кровавая ночь, и так и должно быть. Так. А, Blizzard снежная буря. Blizzard это ящерица. Ясно. Снежная буря. Blizzard. А. Так, я хочу переждать эту кровавую луну. Потому что сейчас нереально играть. Да, все нормально. Ой-ой, этот слайд. Ты что, не хардкорщик, что ли? Он ой, какой он быстрый. Да, действительно бешеный. Но у меня есть зелье. И мне все нипочем. Так, и что теперь? Чё, теперь... О, слушай, у тебя... Что? Чё? Теперь есть эти ботинки Гермеса? Нет. А чё ты такой звук был? Или ты кто-то моб такой какой-то издает звук? Не, у меня нету. Хм. Топазы тут добываю. Рубины. Я возьму... Наверх прокопаюсь. О, там... Это сафиры, наверное. Нашел я. По-моему, не тут черный этот... черный слайм попался. Он плохой. Так, вода, стекай, пожалуйста. Так, сколько тут... Блин, тут все в воде. Все в воде, я умираю сейчас начну. Нормально. Близость на бутылку слайма спасен. Чего, там, матка? Убиваешь, да, и там две штуки появляются, еще там ослепление дается. Corrupt Golden Fish. Corrupt Gold Fish. Блин, я вижу, где-то я к тебе, короче, пошел. Блин, хочу! Не надо, не бейте. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, какие вы жесткие. Какая она бешеная. Бешеная. А, нет, я... Фух, я на дно, знаешь? Как мне не нравится, когда на дно падаю в воде все-таки. Ничего же не видно еще. Давай я прокопаю тут платформу. Слэш-блок. Ну, видишь, там есть земля. Может, где? Там... Ну, справа вон. И там подъем наверх какой-то. Вжик. Опа. О, там. Ой, там железка еще. У нас есть филинг пошел. Умер. Нет, еще. Я нет, 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 нет. Блин. Стойте-ка. Забери мои монетки. Нет, нет, как? Нет, нет. Undead Viking. Ой. Че, опять пойдем туда? Не знаю. Или надо было мне монетки дома оставить. Лучше может, лучше, может, еще переплавим, да. И налево пойдем. Может, утром налево пойдем как раз.
А, давай. Стрику глазик прикольный. Угу, ядовитый, как будто. Угу. Ну, он по характеристикам такой же. Тут знаешь, тут знаешь, тут знаешь, тут знаешь, тут знаешь, в общем, разнообразие теперь сделали в том плане, что разные зомби, разные глазики, разные, все, в общем, тут много чего. Да, даже надгробия разные. Да, прикольно. В этом плане изменили еще. Сильно. Что я могу сделать? Сделать. О, я же нажму эту, вот, крафтинг виндоу, и очень долго. О, могу слиток это сделать. 16 слитков. О, я себе скрафчу мана-кристалл. У тебя есть только звездочек? Ну да, я собрал. Так, и золотые слитки. Включи ПВП. А, включил. Эй! Чё? Почему? А мы за одну же команду вроде. А, черт. Да, включил PvP. Да, я видел, я просто, чтобы стратить все. Ну, не вообще, по одному бьют. Так. Так, какой там у нас танкстен? Танкстен? А я его... О, я могу меч золотой себе сделать. Ой, из танкстена, танкстен наносит меч 12 урона, а золотой 13. Я кирку, наверное, танкстен вот это сделаю. Ого, у меня сколько веревок уже. Кирку танкстен его. Я не знаю, что мне сделать. Так, ты из сундука взял танкстен или нет? Нет, ничего не брал. По-моему, я складывал туда, нет? Или где моя танкстен? Или я всего 13 собрал? Жаль. Ну, у меня 16 слитков есть. И это есть еще, да. А, вот у меня есть еще 3 руды. Если тебе надо. И топоры все. Разные, да, тут много чего. 50% пикакс пауэр, 35 у нас есть, канмай метеорит. Метеорит можешь добывать. У меня... А, я сделал золотой меч и кирку в этом. Меч 12, very fast. Это fast и 11.9%. Ну, значит, не такой посредственный меч на самом деле. Этот меч. Я, короче, сделал там гесту, ну, кирку и меч золотой. Я кирку сделал тоже. Остатки могу дать. Оп. Оп. Золотая все равно лучше будет. Ну, чем она лучше? Она может метеорит добывать. На 5% тоже лучше. Ну, 5% такое. Так, и да, мусор в сундук. Классная кирка. Так, и что там с броней-то? У нас не хватит, да, ведь в любом случае слитков. Ну, я тебе там скинул. О, у нас есть в сундуке еще железка. Но железная броня для слабаков. Так, это сюда. Хотя я могу сделать себе что-то. Штаны, по-моему. Я вроде все скилл не нужно, там если что. Ой, я возьму. У нас много зелий, хилок. Я, у меня было. Идем сейчас налево, потому что направо мы там были уже. Так, кстати, вместо серебра. По-моему, тут тоже серебро есть тоже. Да, есть серебро. Оно даже хуже, чем это самое. Ну, а не, оно лучше, чем железо, но хуже, чем золото. Угу. Ты золотой меч ли сделал? Да. Но у меня нету больше золота. Это я там скинул все, что мне осталось. У меня осталось. 13 штук, оказывается, золото есть еще? Да, не хватает. А, не хватает. Знаешь, что костер делает? Ну? Возле костра, если ты его ставишь, ты быстро регенишься. А, ну это да, это у меня есть, он тоже. Я его с собой всегда таскаю. А, да? Так я его скрафчу. Квикстак. Можно еще что сделать? Вот так вот удобно поставить здесь вот. Сейчас. Платформы вот эти вот деревянные. И на них уже сундук. А, да, тоже можно. То есть как полки, вот так вот. И красиво смотрится, и удобно. Угу. Блин, я не скинул эти, которые надо было. О, Frostburn Arrow, знаешь, можно делать вот эти Flaming Arrow, которые из факелов делаются, да, из 5 стрел и факела. Они будут сжигать врага. И есть Frostburn Arrow, который носит в 2 примерно раза больше урона и при этом, похоже, замедляют врага. Наверное. Круто.
Зачем ты мне все скидываешь? Пошли. Да, я в сундук надо было пошить. Я не пожал. Блин, я такой прикольный в этом шлеме. Как воин какой-то. Хм. Как викинг? Ну, как викинг, да. Вообще очень удобно с этими... Как их? Ящерицами, клапанами. Ящерицы. Эти, какой ящерица? Метелицей. Метелицей. И когтями взбираться. Угу. Всему. Еще бы ботинки Гермес и крюк-кошку, и тогда вообще бы... А, там еще, знаешь, добавили этот ковер-самолет. Можно в воздухе так левитировать и как бы лететь. Угу. То есть еще и с крыльями, там вообще жесть можно. Вообще будет. Дел натворить. Ты что, у тебя же есть... Этот, буря в бутылке. Ты что, ее не используешь, когда приземляешься, урон наносишь? А я урон не получил. Сейчас ты получил урон, у тебя, видишь, сколько хп. А, ну... Вот видишь, это я от зомби убирался. Блин, как ты так запрыгнул? А, ты отсюда прыгнул. Все равно не могу запрыгнуть, надо блок. Когда я с такой скоростью бегаю, очень удобно еще мобов бить. Они так запрыгивают, я бам-бам-бам, и в полете их же я отбрасываю. Вот и искажение уже. Посмотрим, что здесь нового добавили. Так, Eater of Souls. Привет. Привет, привет. Убирайся. Rotten Chunk же. Ты знаешь, тут, по-моему, демонит. Эбонстоун, по-моему. Эбонит. Эбонит. Теперь здесь по-другому выглядит. Более красиво. Он же там светился все время на... Не на светился? Не светился? Нет, он был как блок. То есть, как кирпич. Нет, меня чуть этот Eater of Souls камнюк не сбросил. Но я все равно не могу этот Эбонстоун добывать. Блин, ты так далеко убегаешь? А, все. Но там же можно его динамитом разрушить. А, ну да, бомбы даже, по-моему. Бомба, а у меня, кстати, есть. Бомбы есть. Угу. Или можно у этой... садовницы купить порошок, превратить его да, в камень. Да. Но ее еще найти надо. То есть, ну, чтобы она появилась, приходит... нужно дряду. И нужно я убить босса. Убить. Да, когда босса убьешь. Вайл Машу. Вот, кстати, уже прорастать начала, вот эта, которую только что разрушил. Также она урон наносила раньше. Да. И, по-моему, сейчас наносит, поэтому я сразу уничтожаю. Дефит называется. Иглотрава. О, и все уже кончилось, что ли? Угу. Это местность. Карта, ну все, до конца карты дошли. Разве? А, или нет? Ну. А, далеко нет. Еще. Ты сейчас умрешь, аккуратно. Все под контроль. Эй, где мои хилки? Я думал, у меня все под контроль, а у меня если хилок нету. Их. Я сейчас тебе дам. Если ты выживешь. Бравый воин. Давай, ставь костер! Я... А, нормально тогда. На. Итак, хп. Ну, не так уж, чтобы быстро, но регается довольно хорошо. Я могу тебе сейчас выкинуть хилку. На. Пошли. Костер нормально разрушился так же? Угу. Все удобно. Осторожнее, тут сейчас этот чел будет стрелять. Смотри. И улетаем. Красный чел. Красный чел облохматил этого. Плющика. Мы не можем найти никак бумеранг никакой, это вообще как-то так. Да, фигня, бумеранг это фигня. Не, ну мне нравится этот джундовский бумеранг. Он отскакивает же 3 раза. Да. А помню, эти кактусы еще до обновления 1.1 урон наносили. Кто? Вот эти кактусы. И их надо было перепрыгивать или разрушать? Да, перепрыгивать или разрушать. Музыка такая еще новая, видишь? Угу. Смотри, мы уже прям много прошли. На картах. Ну, всё, это же пустыня, она же всегда в конце считается. И потом ну, океан. Считается, а да. На океане же там эти сундучки. Акулы разные. И сундучки есть. Угу. Ну, мы вряд ли дойдем туда. Почему не дойдем? Мы уже больше середины прошли. Не, я имею в виду до конца, там где сундуки, они что на дне самом. Нет, мы еще не были в новом красном биоме. Там какой-то он странный, я не успел что там... есть посмотреть, но какой-то он мясной. Как раз там и Brain of Cthulhu, по-моему, призывается. То есть, мозг. О, грибочки надо собрать. И, по-моему, он только в хард-моде появляется. О, а грибы уже так не собираются. А, собираются. Собираются. О, джунгли. О, это отлично. Тоже изменились, смотри. Чё? Не, вроде... И стервятники еще есть. Нет, тут ну, деревья другие, цветовая гамма другая. Ну и вода тоже такая, желтеватая.
О, еще одно искажение. И туда идем. Ну-ка, урон наносит. Урон наносит, видишь, твоя травка. Ага. Любимая. Я думал, всегда только одно искажение будет. О, грибы, это же для призыва. Да, они нужны очень сильно. Если сферы не разрушать, там 4 гриба и 15... 6, по-моему. Нилой плоти. Не 15, по-моему, а 25, где-то так. Блин, я не могу... Их можно фармить хорошо, знаешь, просто нужно застроиться и ждать этих монстров. Застроиться сейчас покажу как, наверное, все-таки будем сейчас фармить этих чувачков. Ну лучше, конечно, с дальним оружием, пока... Черт, черт, плохой! Ой-ой. Плохой червь, он сильный. Он очень сильный. Ой, я его почти убил его. Блин, и он убил тебя. Смотри, сколько у меня мало хп. Эй! Эй-эй-эй! Монетки. Эй! Эй-эй-эй! Мало хп, мало хп, у меня тут другие проблемы. Ты видишь, могила у меня теперь как у тебя выпала. Ага. А тогда у меня другая выпала. Ясно. Тоже, ага, я тут пытался костер разместить. У меня опять другая могила совсем теперь, совсем другая. Ну, а что там? Кримсон. Кримсон все-таки не в этом, не в хардмоде появляется. Ясно. Кримсон, ты есть тут красный на убьем, мясной. Я знаю, в хардмоде там еще какой-то биом с пони появляется. Да, это освещение. Есть искажение, есть типа освещение. И это искажение, оно бесконечное ждет потом. Но оно развивается. Ну, так же, как и освещение. Пошли как опять налево. Ты идешь налево, да? Да-да-да. Как Таункрафт в 1.2.5. Таункрафт? Ты играл в 1.2.5? Mm-mm. Там было заражение тоже. Такое же. Такого же цвета. И оно по чанку. Загружалось. Ну тут классная поляна, кстати, ровненькая такая. Ясная поляна? Классная, говорю. Ясная поляна. Там Толстой жил. И я был там. Там красиво. Очень. Чел, не, чел 60 лет качался. Физик, водопад такой. Круто. И как раз вода будет меняться в зависимости от того, как ты изменишь блоки этим молоточком, кстати говоря. Ну, течение будет меняться. А, прикольно. Можно какой-то фонтан даже уже делать. Да-да-да. Ай, меня окружает. С них плот не падает вообще. Что-то у меня, да, только две этих мяса. Два гнилых плоти. У меня вообще ни одного. Эй! Там они вроде с маленьких и больших падают, а со средних не падают. Да, не, вообще без разницы. Да. Я хочу до края дойти. А вось и убьем этого скелетрона. Хотя совсем, сейчас... совсем не факт. Что убьем не, его. Мы не убьем сейчас. А вдруг? Ну, там надо какое-то дальнее оружие. Ну, это тоже. Крутится и очень много урона наносит. А что у нас из дальнего есть? Ничего. А, плевачка есть. У тебя есть? Не, в сундуке. Ну, далеко. Может, океан найдем и там сможем на дно спуститься, там обычно сундуки. Не, ну океан-то есть, но главное, чтобы побольше был. Вот тогда побольше сундуков будет. Музыка такая опять, видишь, да? Пустынная. Угу. Классно. Жаль, ее плохо слышно в стриме. Так, я похилюсь немного. Сейчас отойду. Вот, так намного медленнее, или мне кажется. Не, вроде одинаково. Так, а, грибочек съем еще. Грибочки любишь? Не, ничего другого нет. А, у меня, кстати, есть этот... Ротон Чанг. Муха-морчик. Четыре штуки.